Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем с вами гамать в Resident Evil 3. И нас ждет, мне кажется, финал. Прямо здесь, прямо сейчас мы сразимся с ними. Вакцина уже у нас на руках. Тут ящичек стоит, который наверняка там взрывчатка. И еще спрей. Можно положить спрей на спрей? Нельзя. Порох. Да, у нас прям запасает, но у меня вообще нет места. Тогда бежим как есть. Погодите. Записка. Ликвидационный центр. Протокол ликвидационного центра. Данное помещение предназначено для ликвидации результатов биоэкспериментов NEST-2. Мощные растворители обеспечивают ликвидацию любого биологического материала, живого или мертвого. При использовании ликвидационного центра соблюдайте все протоколы безопасности. Перед началом ликвидации убедитесь, что в помещении нет сотрудников. Всегда используйте предписанный объем раствора, независимо от размера или массы материалов. Если материал реагирует агрессивно, не прерывайте процесс. Оставьте помещение наполненным минимум на 12 часов, а перед сливом убедитесь в полном растворении материала. Окей, я ничего не понял. Господи, что это за место? Мы должны были запоминать ту инструкцию. Там ничего зелененького не было. Я оставляю за собой право не запоминать то, что там было. Во-первых, я уже забыл. Что-то неважное. Окей, это оно. Ох, как Спайдермен, как этот, как... Крашер, да? Помните его? Нет, вакцина. Так, что это тут у нас? Николай, нет. Городу нужна эта вакцина. Больше, чем мне? Кажется, все мои наставления до вас не доходят. На жизнь человека, конечно, нельзя навесить ценник, но я здесь, чтобы зарабатывать деньги. Так что давайте договоримся. Вы идете и сражаетесь с Немезисом, а я все записываю и продаю боевые данные. Если устроите хорошее шоу, возможно, вакцина мне не понадобится. Согласны? Отлично. Такая мразота. Просто плоский злодей. Я хочу делать деньги, я злая сволочь. Посмотрите на меня. Моя фамилия злая сволочь. Ну еще я должен с ним сделать. Ну, пострелять по нему, наверное. Ну и еще. Ой, перезарядка, как не вовремя. Ускорение! Слушайте, так сделано сейчас специально, что ты не понимаешь, когда он соберется свою атаку делать. Нереал, нереал. Просто стреляй, короче, по нему. Давай, Джилл, давай, фигач. Вот так. Так, кстати, надо бы уже прыснуть тебя. А, хорошо. Вот так, прервали. Смотрите, эти штуки... Что-то в них есть. Ух ты, я смог повернуться? Но их надо выстрелить. Надо стрелять, когда он. Давай. Нет, это не сработало. А что ж тогда? Почему не попало? Я не знаю, как быть. Ему вообще плевать. Что это упало? Что за ошметок упал? Хорош. Патрончики. И, кажется, меня жрут. Обратно можно?
Давайте попробуем сохранить вакцину. А, нельзя. Ладно, я так понимаю, что вот... Нет, мне все это понадобится. Вообще все. Вот бы спрей, просто еще один спрей взять как-то. А, точно, ножик можно убрать. Вот он мне точно не понадобится. Лечебный спрей. Качественный порох. Стоп, а может быть мы можем как-то сейчас посовмещать? Ни хрена мы не можем посовмещать. Ладно, теперь сейвка. Давайте обратимся к документику. Так, выражение, так. Ликвидационный центр. А, предназначение мощного растворителя обеспечит ликвидацию. Так, при использовании ликвидационного центра соблюдайте все протоколы. Значит, перед началом помещения всегда используйте предписанный раствор. Независимо, если материал реагирует агрессивно, не прерывайте процесс. Оставьте... Окей. Слушайте, а может мне просто надо стрелять по этим кнопкам? Ну давай, пошло. Раз... Два. И меня жрут. А, мы встали? Мы встали. А, ну я пострелял. Посмотрите, я пострелял по этим штукам, они опять включились. Ладно. Походу, только так мы и можем. Ух, нифига, я увернулся. Давай, стреляй, Джилл. Слушай, я как батьку уворачиваюсь, кажется. Давай еще. Еще! Попробую все высадить сейчас с него. Кажется, он становится более обугленный. Так, зажигательное. Что-то меняется, да, в его поведении? Он очень злой. Вот. Гори, тварь. А, походу, здесь я просто получаю припасы себе. Джилл, это ты? Карлос? Ты в порядке? Давай я буду вести тебя. Хорошая мысль. Окей, раз меня будут вести... Давайте, погодите, вообще-то игра мне не дала... Ой, что происходит? Что это значит? У-у-у. Опять он начинает? Осторожно, к тебе гости! Нет? Он за первым резервуаром! Окей, я понял. Да, блин, уродство! Давай быстрей! Ну как? Как тупо! Ладно, в следующий раз. Да пошли же вы! Да пошли вы! Оу! Нет! Как же бесит. Я же вроде бы еще один подбирал спрей. Где он? Ага, начинается. Ну, очень забавный босс. И еще идут. Он спрятался за четвертым. А-ха-ха. Ой, он упал на меня прям. Что это? Ты паразит! Плохой! Плохой паразит! Ай! А, не могу! Вот, сейчас он побежит. У меня остался всего лишь один патрончик. Блин, ну где-нибудь еще припасики, пожалуйста. К нам в гости. Номер 7. Да блин, неужели?
Есть. Я сейчас. Опа. Нельзя, да, на эту блеватню, к сожалению. А, смотрите. Ой, блин, да что ж вы. Хорошо, последний выстрел. Слита. Благополучно. О, у меня еще есть мины. Вот так. Да хватит размахивать своей штукой. Вот, подохни. Да! Как мне... Хорошо, он сейчас опять начнет это делать. Что это выкатилось? Последний выстрел. Мимо. Ладно, может быть, он сейчас... Он напорится. Рано или поздно. Ой. Ой-ой-ой. 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 А, все, слито. Маркос! Помогай! Снова. Он снова это делает. Бегом. Нет. А вы можете его, не знаю, придержать? Мы же все люди все-таки. Мы же все были на одной стороне раньше. Патрончиков 9. 9! А, чем стрелять-то, я даже не знаю. Погодите, а что этот пестель не назначен? Быстрый доступ 4. А на двоечку давай гранатку кинем, не знаю. Во! Да! Да почему так быстро встает? А, нет. Окей, давайте. Нам нужно быть готовым. Давай, гранатку. Опа! Няма! Джилл, отправляю к тебе кран. Вылезешь по нему. Можно было это сразу сделать? А, нет. Давай же, давай. Джилл, не подходи. О, красиво было. Давай, лезь. В общем, Немезису надо было просто хорошенько дать по морде. Ведь он... Я превращу эту тварь в месиво. Ведь он... Пирожок с ничем, понимаете? Чести у него нет. О, смотрите. Как в этом фильме «Кролик Роджер», помните? Когда в этом растворе растворяли мультяшек. Клевый фильм. Отлично, я тебя встречу по дороге. Окей. Эта битва казалась вообще не подконтрольной мне. Я вообще не понимал, как же жить. Николай, куда же ты подевался? Он заснял это на видео, кстати. Надо вернуть вакцину. То есть, получается, тут еще есть компания за Карлоса, да? Порох. И это все? И это все? А, нет, спрей, хорошо. Что это такое? Характеристики оружия. XXXXX. Название проекта. Фирма «Магнитный пехотный рельсотрон нового поколения». Кодовое имя «Фингер». Главный разработчик. Ведущий разработчик Nest 2, полковник Гарнер. Вспомогательный разработчик армии США. Калибр 60 мм. Начальная скорость пули 6000 метров в секунду. Нифига себе. Применение.
Подавление нового биоружия в случае эпидемии. Дополнительная информация. Чрезвычайная огневая мощь позволяет полностью уничтожить цель. Отзывы. Потрясная штука. Представляю, что это телемагазин. Такая домохозяйка. Потрясная штука. Тиран бузит. Погрозите ему фингер. И проблема решена. Фингер — это, короче, палец. Великолепная огневая мощь. Не помешала бы и более тонкая настройка. Низкая мобильность может стать проблемой в полевых условиях. Может платформу улучшить? Требует несколько источников энергии, что сложно обеспечить в бою. Можете объединить источники. Окей. Чё есть, чё есть, чего нет. Давайте его достанем. Нож нет, не будем. Все, надо сейвку делать. Фу, вот это эпичная была битва. Я думаю, что он все равно не сдох, так как нас готовят же к получению нового оружия. Это оно, интересно? Ах, Николай. Все сделано. Отдавай вакцину. Жадный сукин сын. Нет-нет-нет. Вы делаете мне деньги, а я люблю деньги. Мы с вами поработаем на постоянной основе. Опустите пушку. А вот и он. О, он превратился в большую фарш. Вы когда-нибудь видели что-то настолько невероятное? За данные об этом заплатить миллионы. Но, сами понимаете, город вот-вот будет взорван. И на жизнь человека нельзя навесить ценник. Удачи! Николай! Джилл! Останови Николая, у него вакцина. А ты? Время на исходе, я справлюсь. Знаю, что справишься. Ведь Евгений за рулем. Так, чтобы ты знал, это твоя мать последний раз. А, какая мерзкая тварь. Одолейте существо. Окей, Синхофазотрон, давай. Пришло твое время. Открытие сектора. Вот это да! Откуда у меня сила такую штуку держать в руках? Окей, мы разбили оболочку. Хорошо. Блин, это просто перезарядка. Ты же самка чужих. Нет. Черт, энергии не хватает. Ну ладно. Раз, два. Смотрите. Вот эти вот светящиеся наросты. Что, приятно? А, он мне там сил. Стоп. Понятно. О-о-о! Убил меня, да? Блин. Собственно, у меня нет оружия. Чем вы хотите, чтобы я сражался? Давайте с этой стороны попробуем. А, тут нас ждет добро всякое. Сейчас удар будет. Удар будет. Даже он придется. Надо лопнуть все. Ага. Еще. Да что воняет-то так? Слушайте, у него столько конечностей, он только одной пользуется и по большей части воняет. Несерьезно, Немезис. Черт, да быстрее. Все, лопнуло, последнее осталось. Убери клешню. Есть. Давай, давай, давай. Удерживать надо, Джилл. А, молодец.
Осталось два источника энергии. Спи. Спи еще. Сейчас встанет, да? Может быть, успею? Может быть, успею? Нет. Ладно, хорошо, еще немножко. Есть один. Второй. Где-то еще, да? Вот. Хорошо, быстренько. Быстро! За аннигиляторной пушкой. Думаешь, я не знаю, чем тебя достать? Say hello to my little friend! Давай! Убил! В рот, конечно же! О, да! Давай! В следующий раз не заставляй девушку повторять дважды! О, кровавая ванночка. Ой, это я люблю. Да-да-да-да-да. Да нет, оставьте, было бы круто. Я... Прощай, урод. Мне нравится, когда главный герой... О, нифига, дырень. То есть оно через прям все тело, через весь пищевод прошло, да? О май год. Надеюсь, Карлоса не задело. Что это было за звук? Я не знаю. Кажись, все под... А, нет, еще вот патрончики. Во, нормально, запаслись. Как там у нас дела? У нас два... Три спрея еще. Ну, мы официально натянули глаз на жопу этому Немезису. Вот здесь можешь пройти. Хотя, как это сказать? Мы попытались, но он лопнул. Николай должен в себя вколоть что-нибудь и стать тоже тварью. Прикиньте, сработает наоборот, он же и так тварь. А когда он в колледже такой, ой, я очень добрый. Деньги? Нет, фу. Николай не должен уйти с вакциной. Надеюсь, Карлос его остановил. Узнаем в компании за Карлоса, так понимаю. Я еще могу его догнать. Ну что... Где ты? На крыше. О нет, Карлос дохлый. Вам меня не остановить. Я ведь обещал это вам, да? Нет. Вы хоть понимаете, что наделали? Не знаю, и знать не хочу. Мой клиент поручил мне не оставить от Амбрелла камня на камне. До ракетного удара... Ракета... О, ракета запущена, значит мне пора. Прощайте, мисс Валентайн. Жаль, что вы не прислушались ко мне, когда у вас еще был шанс. О, Маркус притворился. Карлос, точнее. Маркус или Карлос? Почему-то меня перепуталось все в голове. Короче, этого чувака с волосами, они дерутся. Его бьют. Джилл, стреляй в него! Не могу, тебя заденет! Сделай это, ты должна! Другого выхода нет! Я не туда целился! И официально заявляю, я не туда целился. Игра не дала мне. А вот я Маркуса, Карлоса, точнее. Я Карлоса туда же попал, но ничего, он переживет. Ты отстрелил у меня яйца, Джилл. Но на того стоило.
Почему вы это сделали? Ведь я злой. На все есть своя цена. Даже на то, чтобы просто смотреть, как мир гибнет в огне. На кого вы работаете? Расскажу, если вытащите меня отсюда. Я заплачу, сколько потребуется. О, кто-то торгуется, да? Дура, какая же вы дура. Если я умру, вам никогда не узнать правды. Поработай детективом, ничего страшного. Как же болит. О, вот он держится за то место, куда я выстрелил. Его это забавляет. Джилл, я надеялся, что ты сядешь ко мне. Джилл, ты цела? Вот оно, о май год. А там же тот чувак, которого дочка зомби. Там еще люди наверняка остались. Получается, все, вакцина просрана. Все кончено. So long, прощай, Ракун Сити. Когда нас окутало жаром от взрыва, внутри я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей, и причиной им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность. И тогда я решила, пепел Ракун Сити станет пеплом Амбрелла. Я покончу с ним, раз и навсегда. Так вот у него была вакцина? Окей, мы закончили. Опа, сцена после титров. А, это колба просто осталась. Да, это я думал, как она так успела хитро поменять все. Нетушки. Итак, результаты. Режим стандартный, время 5 часов. Сохранение 41, смерти 12, ранг C. Прекрасно. Нету! Нету режима за того чувака, Карлос Маркес. Да. Теперь можно купить товары в игровом магазине. Окей. Все. Вот так вот. Мы закончили резик третий. Прикольно. Я очень доволен. Наконец-таки мы это сделали. И можем потихонечку двигаться дальше и что-нибудь другое придумывать. Во что будем играть, что будем снимать, что будем делать, не знаю, посмотрим, как пропрет, друзья мои. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то шлепните лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, и всем, конечно же, мощнейшие 5!